Здравствуйте, блядь. Я всегда мечтал брать руку чемпиона. Да, я бы тоже хотел. Командир батальона, наверное, да. Очень приятно. Руки в маске. Все страшно. Ребята, давайте, заходи. Я очень хотел бы, чтобы каждый из вас понимал. Сегодня из вас зависит боевоспособность страны. Надеюсь, я с ребятами только что встречался, надеюсь, никому из вас не придется использовать технику. Очень. Мы, как политики, постараемся сделать все для того, чтобы боевых действий не было. Но если, не дай бог, как командир только что говорил, и я точно так же уверен, что каждый из вас понимает, мы находимся на своей земле, и мы защищаем свою родину. Поэтому я желаю вам, каждому, удачи и силу духа. Спасибо, ребята. Спасибо. Внимание!